Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и мы с тобой продолжаем играть в интернет-кафе Симулятор 2. Хочу заметить, что я накосорезил очень-очень-очень сильно, и мы с тобой, по сути-то, сейчас играем в следующую серию. То есть, одна не вышла. Потому что, знаешь почему? Потому что я снимал черный экран. Да. Ну, ничего страшного. В общем-то, там не было ничего, там прям сильно много всего. Я, знаешь, что сделал? Я купил, по-моему, два автомата и купил лестницу на второй этаж. В этой серии мы с тобой обязаны, просто вот обязаны купить второй этаж, комнату на втором этаже. И, соответственно, должны что? Еще что-то должны сделать, наверняка должны что-то сделать. Так, нищий ходит опять с заданием. Да, кстати, я нищему отдал 3 биты. Чувак, в городе есть владелец интернет-кафе, который меня не слушает. Все в этом городе прислушиваются к моему слову. Я прошу вас положить это подслушивающее устройство под его стол. Он расположен на втором этаже дома, в котором вы живете. Конечно. Ты дурак, нет? Ходит тут. Воришка поганый, воришка. Воришка ходит. Так, включаем компьютер. Нет электричества, ёпта мать. Кто его выключил-то? Кто его постоянно выключает? Если я спать ложусь, это не значит, что нужно выключать электричество. В конце концов. Угу. Objectives. Поместите жучок за столик конкурирующего интернет-кафе. Но там так-то конкурент. Там у него очень много достаточно всего красивого, интересного. Это у меня тут это... это как контора. А там прям серьезное дело-то. Да, я покрасил стен, покрасил потолок в какой-то невероятно красный цвет, и полы сделал нас достаточно удобными. Научился раскладывать заказы, научился... Что я делать научил? Смотри, вот сколько у меня автоматов. Компьютер только один, но я решил, что компьютеры будут у меня вот здесь вот. Но вот здесь вот у меня пока что еще ничего нет, поэтому компьютер пока стоит здесь. Автоматы будут стоять вот здесь вот, вот так вот. Да, вот по вот эту вот стеночку. Здесь у меня будет ни хрена, кроме туалета. Да, туалет я, кстати, купил, не знаю, когда. При тебе, наверное, писсуар. Купил сюда жидкого мыла. Купил и еще что-то сделал. По сути, не так много всего, но, блин, 40 минут записи в никуда. Вообще, я, блин, так был разочарован. И да, я покупал себе маскота. У меня маскот вот здесь вот панда танцевал. Вот это было здорово, вот это прикольное было дело. Давай мы сейчас его еще раз закажем, потому что, ну, блин, почему бы и нет. Не сюда, в сотрудников должен был зайти, да. Панд будет танцевать дальше. Прокат. Ты давай здесь даже не ходи. Пляшут до сих пор. Я про террориста, который там упал и ногами дергал. Мы с тобой. Мы с тобой что? Мы с тобой вообще очень даже опытные владельцы интернет-кафе, потому что у нас уже очень-очень много всего. И хочу заметить, здесь, короче, был баг такой. У меня комната вон та не была куплена, но мусор там был. Это было так обидно, так обидно. Потому что мусора было много, и он отображался, как будто бы он есть, а я его не мог почистить. Ну как не мог? Я по первости не мог почистить, а потом я придрочился и через стены мыл полы. А еще кто-то ходил по стенам, там след был прямо на стене. И вот этот вот автомат выделяется и сброс... выделение с него не скидывается. Надеюсь, ты пошел платить. Смотри, панда какая. Пляж. Я еще разок делаю превьюшку, потому что я... Я ж не сделал ее. Вот так вот я ее делаю, да? Остановись. Угу, вот так. Вообще зашибись. Тихо, что такое? Что, блядь, за звуки у меня в комнате происходят? Тихо, тетенька, уходи. Тетенька, уходи. Ой, швабру положил, никто в туалет не зайдет. А так делать не надо, так делать не надо. Что у нас по деньгам с тобой? У нас по деньгам с тобой 1857 долларов, 2400 стоит второй этаж, и это значит... Что? Это значит, осталось полтысячи долларов, и будет у меня второй этаж. А потом мы начнем заставлять этот второй этаж с помощью компьютеров. А компьютеры это ого-го сколько стоит, я хочу тебе сказать. Мы с тобой тогда считали, это много получается. Там тысячи по 3-4 надо выдавать только за один пекарню, за одну пекарню. Да, ну они, конечно, может быть, приносить будут достаточно много, но что-то мне как-то берут сомнения. Пилим. Тетенька за компьютер пошла. Молодец. Так.
Да, тетенька пошла смотреть неприличные сцены. Теть, а теть, уходи. Чипсов хочешь, смотри-ка. Хочет чипсов. Чипсы у нас чё? Чипсы это вот пятерочка. Выручает. Берем чипсончики. Бежим. Отдаем. Прибыли почти нет никакой. 5 долларов с одной покупки, с одного заказа. Но знаешь, знаешь, 5 долларов это уже что-то. Это не ноль. Надо вот эти нахер снести, чтобы они просто это... Как называется-то? Тихо, там воришка. До свидания. Нужно сдать вот этот автомат. Тихо. В рюкзак можно даже автомат торговый этот, игровой положить. Ты что, застрял? Я хочу продать это дело, потому что, ну, они приносят мало денег. И лишь отвлекают моих потенциальных посетителей. Взял деньги и пошел. Наверняка меньше посетителей не станет. Просто они станут платить мне больше. Вот и все. Так, дядь. Нормально. Нормалдесно. Я бы сказал, даже вообще отлично. Деньжищ-то сколько. Я, кстати, могу играть даже на втором мониторе. Прикольно. Только зачем? Непонятно. Насвинячили опять. Так, можно второй этаж, наверное, покупать уже, да? Да, 3600, ошалеть. 3600. Так, где у нас тут? Покупка второго этажа. Обновить. Вверх по лестнице. Ого. Турум. Турум. Где там турум этот, турум? Отзывы. Если придут более красивые девушки, я увеличу оценку. Не входите в свой личный аккаунт, на компьютерах есть вирус. У меня там вообще-то проверка автоматическая. VIP подключен. А, не, не подключен, бля. Отключился, видать. Да что ты будешь делать? Он хочет чипсы. Ну, хочешь чипсы, так хоти. Это пятерочка, да, по-моему? Пятерочка. Пам-пам. Держи. Такие сцены под чипсончики самое оно смотреть. Вот. Ой. А, это проход в другую комнату. Короче, вот здесь вот будут пекарни стоять. Пекарни будут стоять здесь. Блять. Почему перил нельзя поставить? Был. Вот упадет кто-нибудь же. Это вообще не дело так. Такую планировку делать. Угу. Угу. Сейчас этот вот обслужится, уйдет, и я куплю. Ой, перенесу в другое место. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте, девушка, какие у вас прекрасные синие волосы. Вы или не Мальвина? Нет, наверное, не Мальвина. Мальвина в сказке. Так. Натер. Полы. Мусор. 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 Ой, мусор, полы. Мусор. Вон он, пошел, 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 пошел. Оплатил 85 долларов. Молодец. Я думал, тебя... Тихо, скинул. Швабру скинул. Самое главное, не спалиться перед полицейским ни с чем в руках. Кстати, мне штраф один раз выписали. В той серии как раз я записывал, когда я, блядь, бежал и не успел остановиться. Он успел меня поймать до того, как я остановился. Точнее, как, блядь, он, короче, пиликнул, а я еще пару шагов сделал. И он мне пилим-пилим, две звездочки, и все, и надо, говорит, тебе штраф. А я говорю, а какой штраф? Два штрафа. А можно их не оплатить? Нельзя их не оплачивать, смотри, это видать. А, не, это за электричество. Стоп, пенальти. Делов-то. Делов, у меня 2000 долларов. Ну давай тогда этот самый, как его, компьютер что ли, делать. Замазор. Компьютер кейсы. Нужно что-то, знаешь, такое вот, такое годное купить. Да вот это сразу и покупать надо. Жалко, что ли? Так, у меня там заказик. Заказик висит. Висит заказик. Ага. Свернуть. Так, типа потом. Что нужно-то еще? Так, потом еще нужен стол. Соответственно, стол нужен по-любому, потому что без стола компьютер не на что будет ставить. Нет, монитор нужен. Потом будет стол уже. Наверное, вот этот нужен.
Потому что там же пятизвездочное все-таки все. Столик нужен. Опа! Обид-то у меня нету. Обид-то я не купил. Вон он. Бежим. Сука! Унес что-то. Унес же. Блять. А что своровал-то хоть? Главное, чтобы не автомат. А что своровал? Блять, компьютерный кейс своровал он. Вот что он, блять, своровал. Сука, нет у меня больше компьютеров. Ну и ладно, хуй с ними, с этими компьютерами. Они все равно приносят по $100 максимум. Обидно. Я догнал его. Я не сразу понял, понимаешь? И тут есть же забаговки, типа... Не оплатил, ушел, и над ним не висит никакая... никакое обозначение над ним не висит. И получается, что просто вот он... типа своровал, но я ничего с ним не смогу сделать. Даже если я его отмудохаю, то ничего не изменится. Вот, и я думал, что там такой вышел. А оказалось, что это реально вор вышел. Убежал-то реально воришка. Я коробку-то не увидел. О, блядь, обидно-то как. И ведь, блядь, своровал то, что прям нужно. Ну, как нужно, то, что основное. Ой. Ладно. 880, во. 800. А, VR-тейбл. А, это VR-тейблы. Да вот это 880. И получается, что нужно еще? А что нужно еще-то? Стол есть, сама пекарня есть. Монитор есть. Мышка. Обязательно нужна мышка. Вот это вот. Потом. Клавиатура. Но без клавиатуры вообще никак играть не получится. Поэтому нужна пятизвездочная клавиатура. Я просто пятизвездочный компьютер хочу собрать, вот и все. Так, и стул, соответственно, чего бы нет. Да? Да, за 1600 получается нужно стул. А вот этот. Ну и... как ее называют? Под мышку подкладку. Коврик, короче. Обычный черный коврик. Сколько выходит? 7700, ебать. Компьютер. Монитор. Стол. Стул. Клавиатура. Мышка. Подмышка. Понятно. Короче, нам осталось с тобой накопить 4 400. 3 300 есть, 4 400 осталось. Етить колотить. Ладно, я не буду закрывать, потому что это надо. Отзывы. Внутри-то холодно, я сразу убежал. В смысле холодно? Там у меня что, там не настроено ничего? Эй. Ой. А, близко. Так, а мне еще, кстати, этот кондер, да, надо было поставить. Тут тепло. А вот тут very холодно. А вот тут вот что у нас? Ни хрена хорошего, да? Я понял. Во, блядь, кто тут намусорил? Здесь никто ходить не должен был даже. Бляха-муха. Бляха-муха, одни эти. Проблемы. А что у нас с... как его называют? С... кондерами. Чем они отличаются? Ничем. Они что делают? Они вот это вот, что они там, вот, зависит от чего? Точнее, что зависит от этого? От цены, от звездочек. Ни хрена непонятно. Давай, может, кошку погладим. Мужик, тут ссать нельзя. Тут собаки спят. Заходите в мой компьютерный клуб. Кстати, а где маскот? Почему он не танцует сейчас? Сколько время? Не знаю.
Да уйди. Ну, пойдем, хрен ли, подложим нашему товарищу за стол жучок подслушивающий. Поедем, поедем, поедем. Тут есть свет. Это очень хорошо. Здорово. А я тут типа это, пришел. Пришел поместить тебе жучок. Угу. Интересно. Интересно. Хорошо у тебя здесь. Беспалевный. Просто, просто пришел, положил жучок и пошел по своим делам дальше. У него, насколько бы большим интернет-кафе его не было, насколько бы у него много там всего не было бы, ой, я остановился немножко раньше. Все равно посетителей у него ни хрена нет. А у нас с тобой посетители. Ого-го, сколько? Вон нищий ходит. Тихо. Свидание. Маскот пляшет. Большое спасибо, дружище. Вот тебе маленький подарок. $400. Нищий. Нихера себе ты нищий. 400 бачей принес мне. И все. Это я нищий по сравнению с тобой. Так. А тут чисто, слушай. Тут даже никто не грязнит ничего. И мыть теперь удобно, компьютера тут нет. Так. 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 Колбасер говорит, по пояс голый. А, здесь вот что-то грязно. А где грязный, хер его поймет вообще. Хер его поймет вообще, где здесь грязно. Микрофон-то включен, а то, блядь, то запись не включу, то микрофон не включу, то еще что-нибудь не включу. Я же знаю, я себя знаю, я могу накосорезить только так. 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 Угу. Чисто. Все, вот теперь чисто. Че так мало народу-то? Бегайте давайте сюда, бегайте, бегайте, бегайте. Вот тебе $360. А вот мне 4400. Осталось 3300 накопить. На самом деле тут очень долго так, такие суммы копятся. И как бы, ну прям реально ты понимаешь сейчас, что это занимает достаточно много времени. И теперь у нас с тобой проблема не в $500. Не $1000 надо накопить, а 7700. 7700. Это такая огромная сумма, 7700. По факту... Это прям, она должна, мне должен этот компьютер приносить 1000-2, бля, в день прям. А то и больше, потому, за один сеанс там должны по косарю отдавать. Но это прям минимум, потому что за такие деньги собирать компьютер, а потом, чтобы он ни хрена не приносил, это будет обидно. Это будет очень обидно. Можно консоли купить, наверное, да? Так к нему телевизор нужен. К ней, точнее. Z-Box XL. Game Station 5. О. Любые совпадения, кстати, абсолютно случайны. И ни в коем случае ты даже не думаешь, что это откуда название своровано. Не-не-не-не-не. Это исключительно авторская идея. Да. Какой здесь все-таки срач? Такое чувство, как будто ко мне какие-то бомжи с помойки приходят и здесь мусор свой перебирают. Ну, открой. Спасибо. Здесь чисто, но не прям совсем чисто. Где-то здесь не чисто. Мне нужно найти, где здесь... Вот, не чисто. Угу. Здесь можно просто, знаешь, заниматься только уборкой. Хочу заметить, пару серий назад для нас с тобой $120, это была огромная прибыль. Сейчас же эти $120 как будто бы песчинка в море. Вообще, вообще ни о чем. $120 это должно прийти человек 60, чтобы я компьютер купил. 60 человек. У меня 5150 почти. Мы с тобой можем в казино пока позадротить. Как бы.
Ну как бы да. Да-да-да. И я о том же. 5382 должно стать. Вот еще один пришел. Что бы такого купить себе, чтобы прям все люди ко мне приходили? Вот ты это можешь купить. Да нет. Нафиг оно кому надо-то вообще? Кто-то хохочет что-то. Смотрит, наверное. Опа! Беги, говорю тебе! Вон он! Сука, унес еще что-то! Блять, пистолет, говорю, дайте мне! О, мудак, блять! Нате, блять, вредители! Один взрывает, другой ворует. Что за сигнализация, которая срабатывает через полчаса? Че, автомат спиздил? Не, монитор теперь. Ну и ладно, компьютер хуй с ним, пусть пиздит. Компьютеры эти, компьютеры. Я не знаю, это прям издевательство. На самом деле, мне прям это прям так... Ух, не нравится, но... Ладно, хорошо, хоть не автомат торговый. Ой, торговый этот, как его... Игровой. Кто-то стонет, по-моему, за стеной. Это явно не спортом занимается человек. Короче, будем играть в казино и во все остальное ночью. Так как в остальное время могут что-то своровать. А это мне ни хрена не нужно. Я что-то не готов к таким тратам. То есть он меня сейчас наворовал на 1500. И тебе здорово. Погладь котенка-то, ну. Вот, дружище, наяривает, смотри как. Ух. Да, я вообще с тобой согласен. Сколько денег? 6220. А время сколько? 17:30. Ну, короче, есть еще время, может, даже сегодня накупим. Короче, на полный экран, ни в коем случае мы с тобой больше не будем разворачивать. Ёпть, как ты мало-то. Собственная монета Warcry. Можно, короче, деньги из Warcry обменивать на деньги реальные. Давай поиграем, чё нет-то. Ага. А донатить можно? Я просто это... Да что такое-то? У меня мышка просто уехала. О! Три монетки. Три монетки. А три монетки это что у нас с тобой? Правильно, это ни хрена. Три монетки это так мало, что просто вообще не знаю. Это ничего нам с тобой нельзя на них купить. О! Зельице. Главное, чтобы ни в коем случае к нам воришка не пришел никакой. О! Короче, ладно, какая-то ерунда, по-моему. Еще я обосрали все полы здесь. По сути, бесполезная эта игра, там вообще немного нельзя заработать. Я не знаю, с какой там вероятностью выпадает монетка, но... Видать, она там настолько маловероятно выпадает, что накопить какие-то средства за 100 монеток $10 это жуть. Я только что 3 монетки наиграл. Три монетки, понимаешь? Три монетки. Ладно, закрывай игрушку эту. А у меня 7 монет, кстати. Так, а у кузнеца у этого может что-то сделать? Ага. Ага. Ну,
А шалеть, как у тебя все дорого здесь, до свидания. И смотрим, знаешь что? Нужно нам с тобой зайти вот сюда, в Кавай. Почти 7700. Ну и коин дропнуть немножко. Потому что, ну, может быть, денежка хай выпадет. Ну, почти. Вообще отлично. Я 35 выиграл. Выиграл. Я 50 потратил. И... 70 выиграл. Отлично. Просто отлично. Так, вот это вот гражданин... Блять, Илон Маск, извини. Я не специально. Ай-я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 й. Увернулся, ты смотри-ка. Вот это у него серия. Блин, да он боец какой-то, это... Куда годится-то? Он уворачивается от всех ударов моих. Вообще, ты смотри. Да, по-моему, легче пиздюлей получить, да, наверное, чем победить Илон Маска. Это непобедимый Илон Маск. У, сука, прям хочется подойти к нему и ударить, но нет. Да давай, снимись. Сними выделение-то. Так, сколько денег? 8, почти 200. Отлично. Мы сейчас с тобой берем. Сколько времени-то? Угу. А время-то у нас еще целых минут 15 есть. Замазор. Надеюсь, там сохранилась корзина. И оплачиваю. Будем сейчас смотреть, сколько денег приносит компьютер. Потому что, ну, блин, по его стоимости, мне кажется, он должен мне прям миллионы приносить. Ну, серьезно. Если автомат стоит 1400 и приносит 120, то этот, с учетом того, что он стоит 7000, он должен приносить 800. Ну, не, не 800. 650. Прям 65 в минуту должно платиться. Ну, на самом деле, там такие должны суммы мне перечисляться. Откуда появляется верблюд? Давай ждать верблюда. Просто будем стоять и ждать верблюда. А ты думал? У нас задание такое. Опа, воришка. А, вот он ползет. Медленно, медленно. Почему-то он сюда, сука, медленно, а обратно быстро. Почему, интересно? А можно караван ограбить? Нифига себе выгрузил. Gamer X Mouse. Так, Gamer Keyboard. Monitor, кейс. Вот это мне нужно. Возьму его. Возьму ее. И стул. А, все, кончилось место. Уходи. Уходи. Раздал всем просто, только так. Табуретка у меня, короче, есть. И есть стол. Стол будет стоять вот здесь где-то. Вот прям сам в краю. Табуретка будет стоять вот здесь. Клавиатура будет, соответственно, стоять вот здесь. Играйтесь. Так, Gamer X Mouse. Да что ты будешь делать? Я что-то ношу, но почему нельзя самостоятельно перекладывать все в рюкзак? Почему я должен это руками-то делать? Так, мониторчик. Мониторчик ставим вот сюда. Разверни. Вот так. Потом. Так, кривовато, может быть, да, немножечко стоит. Ну да.
Вот так должен стоять монитор. Потом сам компьютерный кейс, соответственно, должен вот здесь вот, вот так стоять красивенько. Блять. Красивенько, говорю, стоять, а не падать. Вот здесь вот красивенько должен компьютерный кейс стоять. А почему мы его туда ставим? Давай его на монитор, на стол поставим, а хрен либо нет. Чтоб все эти свистоперделки, свистящие, светящиеся... Блять, а чё задом-то? Чтоб все светилось, все сверкало только так. Чтоб все знали, что машина мощная. Да, свистеть она будет внутрь, ладно. Ничего страшного. И давай-ка поставим... Положим вот это вот сюда. Осталось за мышкой сходить, да? Да, только за мышкой. Отлично. Какая красивая синяя мышь. М-м-м. Все. Ура. Ура. У меня есть компьютер. Да, еще надо, кстати, этот... Кондей купить, потому что кондей у меня плохой. Всего лишь навсего один. И то только внизу, хочу заметить. Пусть вот этот сраный будет. Выходим. Берем метлу. И метем. Потому что очень-очень много мусора. Когда там первый клиент за компьютером придет, я просто уже не могу терпеть. Я хочу узнать, сколько будет стоить посещение моего компьютера. За баснословные деньги. За 7000 долларов. Назову серию. Собрал компьютер за 7000 долларов. Ну или за 7700 долларов, там, ну короче, как-то так. Пусть все обзавидуются. Угу. Правда, только в игре, ну и хер бы с ним. Вот он, пришел. Посмотрите на него. Богач нашелся, блядь. Почем он у меня там оценивается-то? 7,2! Серьезно, 7,2! Пиздец, это какая-то муть. 7,2. Он мне вообще сейчас ни хрена денег не принесет. Этот компьютер, только траты сплошные. Тетенька, здравствуйте. Дяденька, здравствуйте. А что вы тыкаете в экран в пустую? Я не пойму. Вот это хоть в машину стоящую тыкает, а это ты что? Я, кстати, знаю вот, вот такую вот эту, да. Угу. Угу. Самое главное смотреть внимательно, чтобы вот этот вот не ушел. Потому что сейчас будет гораздо более обидно, если он уйдет без оплаты. $100. Пиздец. В жопу эти компьютеры. Я даже вот не буду их покупать. Просто вот VR станцию, может быть, куплю, посмотрю, сколько она приносит. А в остальном смысла вообще в этих компьютерах нет. Можно чисто для вида, не знаю, что у тебя действительно компьютерный клуб наделать, компьютеров напокупать, но смысла от них никакого нет. Профита никакого нет. Ты понимаешь, денег вообще не приносят компьютеры. Что ты хочешь-то? Оранж. Хочет апельсиновой газировки. Но это получается 14-й. Ну пойдем отнесем. Вот, блин, вот это выделение на... Постоянное выделение на игровом автомате, оно меня раздражает. В чё играешь? В херню какую-то, по-моему. Закрывай. Неинтересная игра. Короче, еще автоматов надо накупить. И что еще тут можно купить? В принципе, что можно купить?
Так, это, наверное, нафиг не нужно, потому что двухзвездочная — это ерунда какая-то. Лампочки. Крутую лампочку можно купить. И не одну, а... 3-4 надо купить лампочки. Да? Да, вот таких вот. Раз, два, три, четыре. Недостаточный баланс. Ну, блин, вычтите то, что я не могу оплатить. Блять, 1620. Ладно, давай две закажем. А потом посмотрим, как они вообще светят. Может, это говно полнейшее. Может, оно мне и не нужно. Так, аэрокондиционер нужен мне. Вот сюда вот поставить. Да повесь. Да, все. Доволен? Доволен. Что делаешь? Ты хоть без клавиатуры даже играет. Молодец. Хватит выделять. О, верблюжка пришел. Ух, нифига себе, какая огромная лампочка. А куда ее надо поставить? На стол? Не, ее надо ставить вот сюда. Допустим. А как ее включить? О-о-о. Красотень. Так, без оплат не уходим. Дамочка. Дамочка. Блядь. Блядь. А я почему не попал по ней? Выхвати. Блять. Вы отключились, мы отключились. Дай я ударю еще разок ее. А денег не дали все равно, да? Ну, обидно. Поиграл, посидел, короче, за компьютером. Чипсиков покушала. А, нет, лимонадик попила и пошла по своим делам. Молодец, ну а хрен ли нет. Для нее же за почти 8 тысяч долларов собрал компьютер. Правильно, правильно, блядь. Правильно. Молодцы, все молодцы. Идите, я еще вам куплю компьютеров, автоматов игровых вообще. И унитазы почищу, блядь, все сделаю вам. Лишь бы вы ко мне приходили и воровали деньги. Правильно. Еще и пиздили, сука, хозяина магазина этого. Вот это вот самое главное. Вот это прям вот. Обожаю вас, ребятушки. Ты еще пришел, да, ко мне? Ну и молодец, правильно. Давай, я тебе сейчас тоже компьютер продлю. Да хоть на 10 часов, мне не жалко. Ты представляешь, что сейчас сделалось-то, да? Я обожаю эту, блядь, историю с обновлениями. Заколебали обновления ваши. Так, Orange Can. А что такое Orange Can? Что такое круглый Orange Can? 17. Ну, пойдем покормим. Мне, кстати, у меня уже больше времени, кроме как на уборку и обслуживание клиентов, не хватает. Блядь, дядь, на, возьми. Не берет, не хочет. Сколько времени там? 19:53. Короче, мы с тобой сейчас дожидаемся конца рабочей смены нашей. С тобой. И отправляемся... Отправляемся, куда мы отправляемся? Мы отправляемся с тобой спать. Закрываем контору и идем спать. Сколько денег мне этот товарищ должен? 360 долларов. Но это много так-то. А, у него время заканчивается, смотри-ка. 405 долларов он мне должен. Если он мне их, блядь, не отдаст, я не знаю, что с ним сделаю. Разозлюсь, наверное, на него очень сильно. Идешь, нет?
Давай деньги. Деньги давай. Вот. Так, и сколько у меня получается там навыков-то? 69 навыков, 2600. 2600 у меня денег. Да что вы ко мне пришли-то все? Сколько время там уже? Время 11 часов вечера. Уже пора домой как бы всем идти и закрываться мне, а вы все ходите и ходите. Какая-то неправильная история. Парам. Еще и за компьютером пошли посидеть. Это молодцы. А вы знаете, что я закрылся уже? Пахнет почти ромашками. Пойдем. Ага. Ага. Идет, 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 идет. Спускается мадам Брошкина. Небось та же, которая в тот раз меня это опрокинула. Давай, 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 давай. Деньги давай сюда. Молодец. Все, выходим. Что там за отзывы? Ну, в принципе, нормально. Нормально все по отзывам. Закрываем кафешку. И идем с спокойной совестью. Сколько денег? 3500. Сейчас автоматов накуплю. И будет у меня все хорошо. И будем мы с тобой вообще в золоте купаться. Правильно я говорю? Правильно я говорю. А на этом я хочу с тобой попрощаться. Сказать тебе спасибо большое за просмотр. Обязательно поставь лайк, если не поставил. Подпишись, если не подписался. Напиши комментарий, если не написал комментарий. И мы с тобой увидимся в следующей серии. В других игрушках, на стримах и где только можно увидеться. Увидимся. Всем пока.